Команда 101 Group – это команда, которая с помощью системных решений, с изучением психологии смогла систематизировать свой бизнес. И на текущий момент наша компания по объемам лидер этого рынка в России. Команда 101 Group – это не только строительная компания, это отдельно аккредитованная IT-компания, которая постоянно работает над тем, чтобы улучшить все процессы в нашей сфере. Благодаря системным мерам, которые применены в нашей компании, мы смогли масштабировать бизнес в премиальном сегменте. За 2021 год оборот компании составил 1 миллиард рублей. Мы все понимаем, что валюта сейчас вся выросла и все товары стали стоить дороже. Вот, но Академия в рублях стоит столько же, а это значит, что она стоит теперь дешевле. В связи с текущей обстановкой мы не только зафиксировали нашу прибыль, но и немного ее преувеличили. Мы наблюдаем, что пользователи, которые полноценно внедрили все наши решения, растут вместе с нами. Пользователи, которые пытаются разобраться самостоятельно, частично или внедряют какие-то свои схемы, уходят из этого бизнеса, открывая продуктовые магазины или уходя в другую сферу. Академия – это не какой-то отдельный бизнес в команде 101. Академия, она родилась по вашему запросу, когда вы пришли и сказали: «Помоги, расскажи, покажи, как у вас все устроено». Один из наших академиков ответил честно на вопрос, почему он приехал на Академию. Ответ был такой, что он не хочет тратить всю свою жизнь на изучение той информации, которую мы даем за несколько дней. А за несколько дней мы даем информацию, которую мы получили большой командой. То есть шаг одного участника в 100 раз меньше одного шага всей нашей команды. Скажу сразу, Академия подойдет не каждому. Нужно разделять нашу философию и быть с нами на одной волне. На Академии мы не делимся лекциями из учебников. Показываем и рассказываем, как у нас получилось создать компанию номер один и какие инструменты мы для этого применяли. Как сделать так, чтобы с вами работали не только ради денег, а ради общей цели? Как коммуникация внутри команды влияет на развитие? Покажем, как можно вести финансовый учет за 10 минут в день, а не проводя бессонные ночи в Excel. Как начать ценить свое время и понимать, сколько стоит твоя секунда. Каждая академия отличается от предыдущей, и формат подстраивается под группу академиков. Затронем темы культуры производства, что это дает компании, что это дает заказчику и как она влияет на маркетинг. Как найти команду, как ее мотивировать и удержать. Научимся применять рубрику неудобных вопросов и поймем, что это дает для развития компании. Как понять, что это именно твой человек, и речь идет и о заказчике, и о партнере, и о мастере. Как перестать называть заказчика хозяином и выйти на уровень партнерских взаимоотношений. Раскроем тайны взаимодействия с дизайнером, как выстроить с ним взаимовыгодный союз. Поговорим про личный бренд и его влияние на развитие. Узнаем, как формируется отдел продаж. Покажем, с помощью каких инструментов и как можно организовать управление задачами в проекте. А также работу с проектом совместно с дизайнером. Покажем ваши слабые места, которые можно усилить. И расскажем, как их можно улучшить. Научим ценить свое время. Расскажем, как стать частью команды 101 Group и развиваться вместе. Ждем именно тебя на Академии 101 Group.